Качели, карусели, горки и песочницы. В хуторе Черноморском южного сельского поселения 1 июня, в День защиты детей, ребят, можно сказать, защитили. В первую очередь от скуки. Там открыли новую детскую площадку. Звучит повсюду смех веселый, спешит на праздник детвора. Сегодня день у нас особый, открытие летней спортивной площадки. Теперь юным жителям хутора есть чем заняться на летних каникулах. На площадке развлечения на любой вкус и возраст. С этим знаменательным событием земляков поздравил глава поселения Павел Прудников. Я от всей души хочу поздравить вас с началом лета, уважаемые детишки, которые здесь присутствуют. Я думаю, что вы с пользой проведете этих прекрасных 3 месяца. Вы по-настоящему отдохнете, потому что учебный год был, наверное, сложным для вас. Вы набирались новых умений, новых знаний, постигали новые вершины. И пришла пора действительно отдохнуть. Веселая музыка, занимательные викторины и танцы. На праздник по случаю открытия собрались дети и взрослые. Детская площадка построена на улице Дружбы по просьбам жителей хутора Черноморского. Николаю Петровичу, что помог нам, не отказал в этом. Такая замечательная площадка. Мы стараться будем ее держать в чистоте. Спасибо Павлу Анатольевичу тоже за его доброту и за то, что он не отказывает нам ни в чем. Также Андрея Николаевича тоже трудился, поте лица. Большое спасибо полностью от наших жителей хутора Черноморской, а особенно от улицы Дружбы. Отметим, что детская площадка появилась в хуторе Черноморском благодаря поддержке председателя комитета законодательного собрания Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николая Кравченко. Глава поселения пожелал ребятам интересных и безопасных каникул, а также поблагодарил всех местных жителей, которые помогали в обустройстве площадки.